Серогруд, закопай их тела подальше от логова. А с метеоритом и черным когтем все в порядке? Да, они прогнали трех огненных и, похоже, не получили ни царапины. Но вот полнолуние вспороли горло. Как же так? Похоже, все-таки придется ночью устроить оплакивание. Не придется, он жив! Даже если жив, то с такой раной долго не протянет. Неправда! Пожар спас его, и теперь полнолуние будет жив! Пожар? Это хранитель стаи снега. Да как он вообще тут очутился? Да еще и вам помог. Потому что он может видеть души волков, и Черника попросила его о помощи. Ясно. Ночь, что с тобой? Дурак! Я же говорил ему сразу идти отдыхать. Теперь рана открылась. Я пойду поищу траву, которая затягивает раны. Ночь, держись! Сейчас я тебе донесу. Как ты его собралась нести? В одиночку? Что с ночью? Ох, он серьезно ранен. Идите и выполняйте приказ ночи, а мы и сами им займемся. Да. Я потащу его, а ты закинь его на спину. Хорошо. Вылежи ему рану, а я помогу черному, а то без меня он точно ничего не найдет. Алла, это ты? Да. Пожалуйста, не уходи. Останься со мной. Эх, ну что с ним поделать? В последнее время он стал часто удивлять меня. Я останусь с тобой. Уснул? Ну пусть спит и набирается сил. Алла, я принес трав. Только вот, что с ними делать, я не знаю. Пожалуйста, передай волчатам, что сегодня я буду ночевать с ночью, а они могут поспать в пещере у старцев. Но я не хочу спать у старцев! Ты нас выдала! А с ночью все хорошо. Будет еще лучше, если вы уйдете отсюда. Ты нам не указ, звездная! Если не хотите спать у старцев, то возьмите новых волчат и спите в нашей норе. Но я хочу с тобой!